В Ноябрьске прошел первый велосипедный трофи-рейд. На берегу озера Жемчужное для велосипедистов подготовили ряд увлекательных испытаний. Им пришлось отыскать определенные точки на местности с помощью заданных координат. На выполнение всех заданий экипажам велосипедистов потребовалось около 5 часов, после чего их ждал концерт и шашлыки. Единственным минусом соревнований, по словам организаторов, стала низкая активность горожан. Удалось собрать всего 2 экипажа. Причем в один из них вошел житель Нового Уренгоя, не поленившийся приехать в Ноябрьск на трофи-рейд. Тем не менее, уже осенью организаторы планируют провести еще одно подобное соревнование и надеются, что на этот раз участников будет больше.